К другим темам. Многострадальную дорогу на Марковского в Красноярске сегодня наконец-то открыли. Почти два месяца автомобилисты не могли там проехать, так как сотрудники СГК ремонтировали трубы теплосетей. Ограничения движения в этом месте продлевали несколько раз. Так, 23 июня ресурсники начали плановый ремонт теплосетей, которые планировали завершить еще 15 июля. Но тогда сроки сдвинули на 6 дней из-за порыва во время гидроиспытаний, и автомобилистам снова приходилось искать объездные пути. Позже ресурсники снова наткнулись на поврежденные трубы и назвали новый срок. Это середина августа. Здесь отремонтировали уже два участка. Основной на 300 метров и дополнительный на 110. Сейчас в СГК сообщают, что теперь все работы завершены и открыли дорогу автомобилистам.